39-й раз в Омске прошел мемориал известной во всем мире династии легкоатлетов Булатовых. Глава семьи Георгий Булатов считается патриархом омской королевы спорта, а его сыновья Владимир и Вадим продолжили дело отца. Старший стал ведущим в мире прыгуном шестом, а младший посвятил свою жизнь тренерской деятельности. Почтить память известных спортсменов и принять участие в стартах собрались 400 атлетов и VIP-гостей. Безусловно, это соревнование очень знаковое и значимое для спортсменов. Кто проходит соревнования вот на мемориал Булатовых, это практически заявка на мастера спорта. На сегодняшний день в России осталось два крупнейших зимних соревнования по легкой атлетике. Это русская зима и мемориал Булатовых. Это раз. Во-вторых, я думаю, что это соревнования коммерческие, и поэтому есть достаточно хорошие призовые. Сибирские атлеты именно и омские тоже держатся на уровне. И, в принципе, нам нужны такие соревнования не только в Омске, по всей стране. Это очень важно, чтобы они здесь были. Без таких мероприятий легкая атлетика жить не может. Начались состязания у взрослых с элитной 60-метровки. Лучшей стала уроженка Кормиловского района Кристина Сивкова, выступающая сейчас в том числе и за Москву. А Мичка началом старта весьма довольна. Конечно, рада. То есть для меня эти старты, я каждый год на них выступаю. Для меня это первый старт в этом сезоне. Но, в принципе, я довольна результатом, так как основной старт еще не скоро. Поэтому все, думаю, хорошо получилось. А вот звездный состав на пятерке настраивал на непростую победу. Среди участниц бежала амичка Марина Ковалева, многократная участница марафонов. Но землячка после первых кругов покинула лидерский состав и финишировала лишь шестой. Победу вырвала многократная чемпионка России и член национальной сборной Наталья Аристархова. На данных соревнованиях первый раз. Мне очень понравилось. Спасибо руководству, которое прислало вызов, пригласило поучаствовать в таких соревнованиях. И приятно, и помогли с размещением, мы встретили, все очень здорово. Прыжки в шестом – особая дисциплина турнира, поскольку Владимир Булатов был двукратным чемпионом Европы именно в этом виде. В этом году претендовали на золотую медаль 5 атлетов из Омской и Челябинской областей. Чемпионство здесь требует особой большой работы. Шестовик должен уметь все вообще, что есть в легкой атлетике, ну, наверное, кроме сильно длинных дистанций. И, ну, мы бегаем барьеры, прыгаем в длину, прыгаем в высоту. Это нам все нужно, чтобы прыгнуть в шестом. Мемориал Булатовых стал первым в России турниром, открывающим зимний сезон по легкой атлетике. Спортсмены стремились показать здесь свой максимум и обновить рекорды. А мячам в условиях сильнейшей конкуренции удалось получить 20 наград, в том числе в эстафете и коротком беге.